Я сдала свои сережки, там одни. Должны починить. Посмотрим, как починить. На аллатра зайти в ювелирку. Померить, посмотреть, что там, как дела. Звонил сегодня. Говорил, приходите завтра. Иду посмотрю, что там. Сережки, это ухожур. Да блин, у меня все серьги поломались, реально. Там застежка не затягивается. Там еще что-то. Все надо чинить. Он одни, конечно, просто поджал, там что-то сделал. И застежка начала работать. И такой говорит, ну я жду, надо заплатить за работу. Все-таки человек починил. Он такой, так, а эти держи. Ничего не надо, просто ложите в карман и говорите спасибо. Молча ложите в карман. Ложите в карман и говорите спасибо. Я, кстати, не очень люблю, когда, вот, например, там делают какую-то работу и не платить типа за нее. Мне как-то некомфортно становится. Я пришла, понимаете ли, своими сережками, такой, почините, помогите. Он посидел, меня послушал, что моя проблема. Время свое потратил. Посидел там, поковырял, покрутил, починил эту сережку. Говорить ничего не надо, тут ни как ничего не надо. Все равно это его работа. Я все равно за другими приду и заплачу за две. На чай. Оставлю. Ярик, чего не спишь? Ярик с татухой. По правде? Не, повронил, скажи. Люблю тебя. Окей, тебя не Миша зовут? Олег, ты еще тут? Спасибо за розыгрыш. Я думала, ты уже ушел. Или ты вернулся просто? Не Миша. Ну ладно. Ну ладно, не Миша так. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. У меня обычно сваивают вправо на стадии регистрации. Вправо — это что значит? Вправо — это не подходишь или подходишь? Я не шарю в этой теме. Is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it.
wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Такая черная кошка у тебя там на лаве. А сколько тебе лет? Do you speak English? Что ты этот вот только что писал на русском языке, все понятно было. Не начинай. But they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse. Привет. A greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful for. Где там 13? Нормально отвечаю. 31? I never really understood just how the story ends, but I could feel it. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Да, на эфире невозможно тихо разговаривать. Way back before we blew it all. Take me back. Я задался. Я думаю, вряд ли успею дожить, и шо? Шо у тебя все так печально? Опа, я. Да, ты шо? О, ты смотри, какой популярный парень, я вижу. Одесский популярный парень. 11 тысяч подписчиков, зрителей. Что там такое интересное снимаешь? Как долго собирал 11 тысяч подписчиков? Виталий. 4 месяца? Но это не закрученное, это реальное. Снимается на день, чтобы всю ночь смотреться за грустоска. Ошибка 404, эррор. Спасибо, спасибо. Спасибо за подарки, Виталий. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse. A greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again. I need a couple friends. I never really understood just how the story ends. But I'm feeling back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Take me back to a day when we weren't alone. То ли ты что-то непонятно пишешь, Ярик. Какой девчонке пофиг, перед носами. Мне как сама боится. Track of them all, from people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but I'm a kind of default. It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime. Communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument? Да, все знаю, у меня тут карта второго посылом уже. I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drive myself in something that is bottomless. Ой, Юсов зашел. Ой, только не надо мне английский язык, пожалуйста. Не горься. Я не могу не горбатиться. Понимаешь, тяжело, тяжело. Куда я сейчас выровняюсь? Мне неудобно, потому что стол ниже. A greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again. I need a couple friends. I never really understood just how the story ends. 23-25.
Из-за своей банкой. У меня, короче, я же сижу за столиком, где я крашусь. У меня тут всякие духи, косметика, банка, короче, стоит такая вот. Я цепляю, я хотела сказать, что сделать. Но у меня есть повтор эфира, ничего страшного. Спасибо, Дима. Подожди, это тут Дима. Ну такое, хочется, конечно, уже новые духи, я там знаю, какие хочу. Это такое, то, что сейчас имеется. Но у меня другие есть в списке желаний.